Следующий церковный праздник – Радоница, также известный как Родительский день. И к нему на красноярских кладбищах уже начали готовиться. На Шинном вовсю идет уборка, бригады рабочих загружают мешки, оставшиеся с осени листья. В этом году Родительский день выпал на 3 мая. Цены на искусственные цветы и венки выросли в 2 раза. Об этом рассказывают сами продавцы. Если раньше гвоздика стоила 50 рублей, сейчас дешевле 100 не найдешь. Основная причина подорожания – изменения в логистике. Товар весь закуплен за большой доллар. То есть все делается заранее, поэтому падать цена точно не будет. А расти, конечно, она будет дальше. Потому что логистика считается на каждый день, и ну, она растет. Ничего не падает, несмотря ни на что. Границы закрыты, все везется с Китая, как вы понимаете, весь цветок. Даже если цветок не везется с Китая, весь материал везется с Китая.